девочки. Да. Много женских команд новых. Да, 180 вы выше, видели? Вы видели? Мои мальчики, они так за них. За 180 вы выше, ребята. Красивые и смешные. А мне нравится, мы хотим, чтобы они были, мы хотим, чтобы они были. А я их не видела еще. Я видела, не понравилось. Ты так грубо сказала. Мне нужно красивые и смешные, я говорю. Понимаешь, что я про них грубо сказала? Ноги длинные. Знаешь, я ревную. Я женщина, ревную к женским командам. Это правда. Очень длинные. Никого не интересно, чем они в зону не идут. Все, давайте, почему? Я не знаю, почему. Может быть, потому что не хотим. Нет, ладно, давайте по-другому отвечу. А вы все снова мы не идем... А, вы в КВН идете. Понятно. Нет, ребят, девочки, мы очень хотим играть, просто у мальчиков нарожались дети, и да, им пора работать. Так, ты только уже одного. А нетушки, у Стасика тоже родился сыночек, Егорушка зовут. Класс! Я купила им ангелочки такие маленькие. А, короче, прикол, рассказываю, слушайте, а такая фигня. Вот в основном... А, нет, в основном нет. Я как одна девочка из КМА. Типа, ну, не. Нет, там две приколяхи. Приколяхи. Нет, короче, такая фигня, нет, правда, реально. То есть другие команды, когда вот подходят, там, Лукаса, например, типа, о, здорово, пацаны, здорово, привет, чё там, как вы? И тут доходит очередь до меня. Со мной здоровается, типа. Привет! Ручка. Опять! Да, или ещё лучше, кулачок, афиг его даже знает. Я не знаю, ну, подойдите, ну, там... Поцелуй там как-то... Заляху возьму нормально. Ну, заляху на щечку все целуются. Ну, да, там типа привет. Ну, мы все целуются, но есть тоже. Вот, тогда я вас не стесняюсь. Это как будто камень какой-то наш игрок. А вот Виталик ваш. Не, он в плане того, что молодец, а все остальные прям там вообще. Ну, все равно есть те, которые вообще не здороваются. Не очень общаются, мы тоже стоим с девочками. И все. Или вообще нет. О, привет, Виталик. Да, здравствуйте, все, да? У нас была такая ситуация. Завтраком подошел мальчик, привет, Виталик, мы здрасте. Если ты, козлина, нас смотришь, подойди и поздоровайся с Алиной. После какого-то концерта в Днепре, вот это Лиги смеха. Там же нельзя было подойти к залу, там, и стояли люди, хотели сфотографироваться. Ну, типа, там два фотографии, три фотографии, знаешь. И тут, а Сережа ваш, Середа, с кем-то зацепился на сцене и очень долго разговаривал. А там набиралась толпа. А там толпа, все танцы больше людей. И потом одна из девочек из толпы: Сережа, Середа! И просто человек стоп. Она крикнула: Середа, иди сюда! Все хлопать, мы такие поняли, что не наш праздник. Я знаю, что будет новый член жюри, давайте узнаем. Какой он будет? Нет, давайте тут это она или он? Буква, и мы будем угадывать. Я хочу мальчика. Давайте я услышала, что это будет она. Она будет? Да. Я услышала, что Андрей Первич сказал, она думает. Она думает, а потом добавил. Или он думает. А потом добавил интрига. Я думаю, что она. Она. Итак, давайте, кто? Давайте просто строчка вообще о человеке, мы будем. Да. Давайте, страница... Страница 17. Строчка 5. Раз, два, три, четыре, пять золотистых рысаков. А когда экипаж пришел в негодность, значит, она пришла в негодность. Нет, стоп, золотистых, значит, у нее блондинка. Блондинка, и она не рысак. Очень будет. Не очень будет? А почему рысак? Это же хороший кот. Нет, раз, два, три, четыре, пять. Человеку умереть без страха и боли. Так, мне не нравится этот человек. Может быть, она просто... Однако, несмотря на подобные крайние взгляды, которые уже вошли в местный врачебный фольклор, может, врач? Бессерьезный врач. А может спросим у Луны? Луна. Может быть, где-то там во Вселенной обсуждают. Какой важный вопрос. Да-да. Я спросил. Да, ты наш месяц. У меня руки затекли. Лена очень красивая. Я вот реально очень красивая. Вы видели кожу? Вы видели кожу? Быстро растут волосы. Смотрите, первый эфир был. Она у нее такая была стрижечка, а потом бац, и к финалу у нее уже такие тыщи. Да нет. Ну, деньги есть. Да, я думаю, что она просто, знаешь, хорошими средствами пользуется. Да, Горбунов. Ой, мне он нравится как актер. Как актер? Да. Ой, он прикольный, он открылся. Да, он мужчина. Настя влюблена в Потапа. Я не влюблена в Потапа, пожалуйста. Настя влюблена. Просто расскажи, как с ним работать. А вот там он что-то прикольное, кепки дарил? Да, да, он дарил нам кепки, очень теперь хотим еще и шапки. Вот, есть такие тоже шапки, тепленькие. За мозги вот эти. Да. Не, ну вообще. А как он общается?
Ну просто. Нормально, он такой высокий, тяжело с ним говорить. А он такой мужчина прям. Да, есть. Он такой заходит, такой говорит, что ты, сырник? А это он на Лирника. Так, кстати, очень восхищается. Так круто, что он все время, и когда за кулисами мы встречались, он говорит, ребята, вот то, что вы делаете. Говорит, я-то себе думаю, что я, типа, пишу юмор, что эта песня, это такое. Но когда я вижу, как вы работаете, типа, это бомба. Что это прям труд-труд. Да, потом вы вот такие, а потом сказал, правда, я бомба. А вы ревновали к генералу? Было. Чуть-чуть. А мы постоянно Лирнику говорили, ну да, мы же не мэнсы. Мы же не девочки. Аня. Ой, Лирник классный, если честно. Он так помогает. Он просто очень помогает. Платье вам пошли. Это Марина. Боже, Марина, у него такая же на девочке. Такая женщина. Да. Она офигительная. И кот красивый. О, такой. Мы просто были как бы на день рождения, он кот. Да, нас пригласили. И мы с Потапом просто там, типа, тусовались. Кто у нас еще остался? Ласточка. Он всем из-за графика его. Да, он очень много. Но он талантлив. Сивоха остался, да. Сивоха, да. Ну, я считаю, что это человек талантище. Да, ну, а мне кажется, что Сивоха нас не очень любит. Почему? Ну вот, знаете, да, бывает такое вот ощущение. Ну как бы он на нас как бы чаще всего и не вставал. Ну, а просто... вы его на нас выберете, он вас будет очень любить. Что? Вы его выберете тренером, он вас будет очень любить. Сивоха, вы не встали, но мы выбираем вас. Я видела, как он работает с двумя капитанами. Очень серьезный тренер. Ну то есть он безумно переживает. То есть он готов и не спать, и не спать, и сидеть так же. Так, вопрос. Настя, давай вопрос, быстро. Да мне, в принципе, нет вопросов. Мне все понятно. Будут ли у Насти вопросы? Страница 24. А сегодня что, где, когда? Можно узнать, кто выиграет. Каким образом? Я читала книгу, там нет Чебурин. Поэтому вы не знаете. И Андрей нет. Давайте. Как вам наш редактор Андрей Петрович Чебурин? Не говори так о нем. Что тебя смутило? Он слишком хороший, потому что мы о нем говорим. А еще недавно стал дедушкой. Да, вообще классно. Да вообще, все хорошие. Телевизор очень хороший. Ну, Сэм хороший. Сережа хороший. Ой, я видела, что ребята, редакторы центральных лиг, вот эти всякие места. Ой, они прям, они все игры, да, сидят? Да, они, во-первых, сидят все игры. Да, да. Они прям, они сейчас всем помогают, команда. Да, все ходят, сидят. Ой, господи. А вечером пьют коньячок. А когда мужчины на этом фестивале... Нет, давай вопрос, когда мужчины обратят внимание на женщин? Так, самая нижняя точка. Снизу, можно восьмая строчка? Траур и срезала в саду первую предрассветную розу, мне кажется. Никогда! Сегодня я чью-то розу срежу. Сидечки, давайте почаще встречаться, да? Кто платит? Ой, да. Я и друзі в розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій, то хрещати, хто хрещати. Так от, чому ми це знаємо? Давайте отпросимся у Луны. Там у мужчины просто, кажется, руки болят, микрофон. Какой микрофон? Здесь кто-то... Я говорила про соски. Господи, решили нам не сказать. Блин. За это заплатите за чай. Брат.